Ну, кто были самые продуктивные писатели, например? Кто больше всех писал? Толстой был очень продуктивный. У него было 90 томов сочинений. Представляешь, 90 томов. Человек, который просто сидел и круглыми сутками писал. Его жена, кстати, много говорили сегодня про отношения, она сама, собственно, ручно 4 раза переписывала «Войну и мир».